Всем привет! Сегодня мы делаем мясо по-африкански. Был тут на даче, вот, и один из специалистов делал мясо по-африкански. Берется вырезка, вот это конкретный рецепт. 3 килограмма вырезки на 3 килограмма соли. Все это мажется солью, обволакивается. Потом берется тряпка, такая типа марли, заматывается. После этого марли заматывается более плотную, какую-нибудь ХБ. Закручивается нитками, веревочками. Ну, так же, вот как вялят, допустим, да, колбасу и так далее. И все, собственно говоря. Кидается это все в готовые угольки. Вот у нас уже все тут готово. Рецепт примерно такой. 10 минут на одной стороне и 10 минут на другой стороне. Вот это все кидается, подвигаются угольки, постоянно переворачивается. Ну, можно или постоянно переворачивать, или просто 10 минут на одной стороне и 10 минут на другой. Вот все это делается. Пока это все делается, вот видишь, вот даже сверху чуть-чуть угольков насыпали. Раздувать особо не надо. В общем, угли есть, этого всего будет хватать, это нормально. Мясо по-африкански. Почему по-африкански, неизвестно, но говорят, так делают в Африке различных антилоп, буйволов и тех, кто там водится, кроме аборигенов. Вот. Вот примерно все. Я как-то видел, действительно, какой-то фильм был, как также делают барана, разводят костер, угли, обмазывают его глиной и кидают туда. Ну там, видишь, соли-то нету, соли тяжело. А здесь, грубо говоря, мясо натирается солью в тряпочку и сюда. Вот, ну предварительно, естественно, можно. Это было как раз мы снимали зимой. Ну, по рюмке выпили, потому что как без этого? Во многих комментариях, которые есть, вот вы пьете там пиво, водку, ну а что, я вам показываю так, как оно есть, это по факту. Да, действительно, мы взяли некое количество водочки, выпили, пока все это делается и готовится. Вот видишь, вот эта вся тряпка, она такая, как закаменела, грубо говоря, становится такая каменная, такой конгломерат такой, ну просто вот действительно можно молотком бить. Вот. Ну вот такая штука, да, получается. Я рекомендую действительно попробовать народу это сделать. Получается интересная штука. 10 минут на одной стороне, 10 минут на другой. Хватает абсолютно, проверено будет мясо. Должно получиться мясо с такой немножко с кровью, но оно точно все прожарилось. Это будет не well done, а это будет мясо с кровью очень такое хорошее. Вот здесь, конечно, хорошо бы применять ножницы такие медицинские, но, к сожалению, вот у нас не было, и мы резали тем, чем могли. Обыкновенными ножницами. Вот видишь, вот эти куски соли, такие, которые затвердели. Вот это... Ох, вот я сейчас говорю, у меня слюна течет. Вот, вот эта тряпка, которая уже обгорела, слава, твердый, тяжело режется, действительно тяжело. Вот здесь бы очень бы помогли медицинские ножницы. И один из специалистов вот их обещал на следующий раз принести. Я всем рекомендую это сделать, это очень интересно, необычно. Но во всяком случае, не каждый раз так делаешь. Притом на даче, а почему не сделать, собственно говоря. Вот, получилось такой кусок мяса, освободили мы от такой ороговевшей, я бы сказал, оболочки. Взяли кисточку, немного, даже немного, а очень получше, конечно, все это смели, всю эту соль зачистили, получился такой кусок. Это ну действительно вкусно, рекомендую. Вот, сейчас чистим, потом, видимо, порежем, и сами понимаете, что будет. А будет очень просто, мы просто это все дело съедим. Вот называется это мясо по-африкански. Выполнено на даче в пригороде Ленинграда, в районе города Пушкино. После этого, естественно, режется все это дело. Вот, после этого все режется, режется неплохо. Видишь,
такими кусочками. Что-то за столом достаточно много народу сидело. Ну, каждый кусочек, что это там. Понятно, что это как бы такой деликатес. Для того, чтобы всех накормить, надо сделать очень много мяса по-африкански. Поэтому вот по кусочку, сейчас мы посмотрим, должно быть с краев прожарено, по центру, где самая толщина, да, вот этой вырезки, этой говядины, там должно быть оно такое с кровью. Ну вот, видимо, я все-таки прав, резкости чуть не хватает, сейчас будет резкость, да. Вот, ну смотри, давай кусочек. О, я уже вижу, что все здесь, все окей, все отлично, вот, все получилось. Притом вырезка, что там, это же ведь, ну это мясо, да. Ой, сейчас бы я, конечно, кусочек бы съел. Сейчас уже 7 часов вечера, я вот делаю подкастик. Вот, очень хочется есть. Вот, собственно говоря, и все, что я хочу. Вот, как я вам говорил, мясо получается с кровью чуть-чуть. Оно прожарено, бояться не надо, ничего не будет. Это просто очень вкусное, действительно вкусное мясо. Всем рекомендую так сделать, когда поедете на дачу. Приятного аппетита, чтобы хорошо провели время с друзьями, сделали такое мясо по-африкански. Если будет буйвол или антилоп, ну отлично, не будет, так возьмите вырезку. Вот, собственно говоря, и все. Всем пока, всем огромные приветы. Надо импровизировать и ничего не бояться. Эй-эй, бай-бай.